Сумні новини останній тиждень ми отримуємо з Мар'їнки, що на Донеччині. Ледь не щодня звідти привозять вбитих та десятки поранених, як військовослужбовців, так і мирних жителів. Минулими вихідними волонтери практично під кулями, ризикуючи життям, все ж повезли нашим хлопцям гуманітарку. Тож зараз із перших вуст почуємо, яка там ситуація, чи не втратили наші захисники бойовий дух. Знайомтеся, гість нашої студії – волонтер Фонду оборони країни Віктор Стешенко. Віктор, добрий вечер. Добрый. Ну и так, наверное, правильный вопрос, самый главный. Как прошла последняя поездка? Ну, последняя поездка прошла более или менее спокойно для той обстановки, которую мы слышим по новостям касательно Мар'їнки. То есть мы, ну не буду я рассказывать то, что мы повезли там футболки, трусы, носки, там всякие медикаменты. Основное это были приборы ночного видения. Мы отвезли ребятам бинокли, прицелы. К сожалению, ребята, которые находятся на передовых позициях, зачастую слепые. И противник технически значительно лучше оснащен, чем наши ребята. Поэтому вот такие важные вещи мы доставили. Какое сейчас настроение? Вот понятно, что стреляют каждый день, раненые, убитые. Я говорю сейчас о духе. Ну, боевой дух ребят не сломлен. В Мар'їнці стоит наш 20-й территориальной обороны, бывший, который сегодня относится к 93-й батальон. То есть, ну, дух боевой у ребят то, что нужно, но в нарушении всяких конвенций по позициям наших ребят работают крупнокалиберные гранатометы, и противник использует все, что считает нужным. Вот это единственная проблема на сегодняшний день. То есть, мне немножко непонятно, почему мы не можем отвечать. Ну вот то количество погибших и раненых, которое звучит в официальных сводках, что там на самом деле? Ну, на самом деле так и есть. Так и есть. Да, мирное население страдает. Вот на прошлых выходных один из мирных жителей на растяжке подорвался. Опять же, повторюсь, ДРГ работает, то есть зеленка поднялась, подходит довольно-таки близко к нашим позициям. Идет война, самая настоящая война. Вот если говорить о том, кто гибнет из украинских военных, это в первую очередь те, кто вновь призваны, или уже и те, кто с опытом боевым? Ну, может быть, не совсем правильно, но кто не спрятался. Потому что, когда прилетает мина, бронежилет не помогает от таких осколков. Это вот такие вот куски стали, которые разрывают все. И кто просто не успел спрятаться в укрытие, тот зачастую ранен или погибший. Как правило, их с места поля боя машины забирают или это вертушки? Забирают скорой помощи и забирают в 66-й госпиталь, где первую помощь оказывают, это красноармейский и львовский мобильный госпиталь, а потом уже они в основном попадают к нам, Мечниково и военный госпиталь. Давайте поговорим о том, какое настроение среди мирных жителей, то есть и отношение мирных жителей к украинским военным. Больше поддерживают или наоборот? Вы знаете, ситуация такова, что всех интересует, когда это закончится. То есть люди терпеливо на блокпосту проходят проверки, люди не скандалят. Они терпеливо ждут. И была возможность, мы были в этой поездке с Володей Поросяком, он общался с мирным населением, то есть автобусы, которые с оккупированной территории ездят в Карлову, не в Карловку, в Курахово. Вот. И единственный вопрос, который беспокоит людей, когда все это закончится. Вот такой вот вопрос. Ну вот нардеп Поросюк, что думает, когда это закончится? Ну, я от него четкого ответа тоже не услышал. Тоже не услышал. Я думаю, его тоже этот вопрос очень сильно беспокоит. Давайте все-таки поговорим о том, что конкретно удалось привезти, кроме приборов ночного видения, потому что, ну, это интересно, и чего на сегодняшний день не хватает нашим украинским военным? Нашим украинским военным не хватает всего того, что не дает ВСУ, то есть Министерство обороны. То есть это разгрузки, это просто, ну, не предусмотрено у нас даже стандартами. То есть не хватает аптечек, не хватает медикаментов, то есть не хватает солдат, которые обучены именно даже пользоваться вот натовскими аптечками. В одной из наших видов деятельности входят тренинги, то есть мы тренируем солдат, после этого обеспечиваем их аптечками. И на передовой, ну, такая ситуация, в прошлой поездке, буквально тут 2 недели назад мы были, это 55-я артиллерия, которая стоит под Мар'їнкою, это 8 километров от Мар'їнки. И у ребят из медикаментов есть там буквально зеленка, нафтизин и там парацетамол. Вот такая вот ситуация. Хотелось бы, чтобы ребята всем этим были обеспечены, потому что при ранениях вовремя оказана медицинская помощь – это спасенная жизнь. Но мы же уже не первый день и не первый месяц воюем. Почему вот такая ситуация с медикаментами? Ну, вы же волонтер, вы-то точно знаете.
Трудно мне вам сказать, почему такая ситуация. Пора было бы давно уже поменять стандарты. То есть тут надо либо определиться с ситуацией, либо поменять определение. Ну, точно так же, как идет война у нас, то точно так же с медикаментами. То есть я считаю, идет война, ребята должны быть обеспечены всем необходимым. У нас есть примеры натовских войск, где все это поставлено очень хорошо. И, то есть ничего не нужно придумывать, нужно просто перенять опыт и обеспечить наших ребят. Ну а кто, на ваш взгляд, стопорит этот вопрос для того, чтобы вот этот опыт, уже больше года события происходят? Я думаю, только в правительстве, потому что мы как волонтеры, мы находим силы, у нас есть ребята-инструктора, которые обучают, мы собираем деньги всяческими образами, мы там организуем благотворительные концерты, то есть всевозможные мероприятия, мы пытаемся собрать деньги, за эти деньги закупаем комплектующие, все это мы, если можем организовать, значит государство может организовать, поэтому у меня только ответ, что нет желания. Если есть желание, все получается. Давайте поговорим о контрабанде. Они очень много говорят сейчас. Вот что, по крайней мере, если не видели, то слышали. Вы знаете, мне трудно говорить о контрабанде, потому что таких конкретных примеров я лично не видел, но имею такую информацию, что даже к волонтерам обращаются, чтобы найти какие-то контакты среди командиров воинских частей, дабы перевезти на оккупированную территорию продукты. Как ни странно, продукты, медикаменты. Вот такая информация я слышал. Вот поговаривают о том, что если даже идет гуманитарный конвой, то зачастую его обстреливают. Так это или нет? Дело в том, что обстреливают боевики даже машины с красными крестами, причем с таким очень сильным азартом. Вот. Ну и если, конечно, идет колонна, то, естественно, она интересует боевиков, потому что те, кто доставляют ту же еду, те же обмундирования, ну, то есть то, кто помогает нашим ребятам, для них враг номер один. Поэтому подвергаются рискам как волонтеры, так и медики, то есть ну, стреляют без разбора. На сегодняшний день стало ли вам сложнее собирать гуманитарную помощь для буремного Донбасса? В очередной раз, когда у нас в стране объявлено перемирие, активность людей немножко падает, потому что даже в средствах массовой информации не доносят ситуацию, которая происходит там. Обстрелы, ну, тут на моей памяти за последний год не прекращались, менялась только их интенсивность. Если это перемирие, там первые какие-то дни, это стрелковое оружие, ну, на сегодняшний день, то есть миномет 120-го калибра, это не перемирие, которое стреляет по нашим позициям. Ну, вот такая ситуация. Ну, а что касаемо сбора гуманитарной помощи, то есть народ... Падает активность. Падает активность. Да, из-за этого падает активность. Ну, то есть приходится придумывать всякие креативные штучки. А давайте поговорим о креативных штучках, креативных так штучках, вот, приезжал к нам гость наш, был он рэпер, финалист «Украина. Моя талант». У него такой патриотичные тексты. Мы делали концерт для школьников, для студентов в таможенной академии. И получилось собрать средства, за которые были закуплены комплектующие для аптечек, которые были доставлены ребятам в 25-ю нашу десантную. Ну, вот так. Вот такие креативные штучки. Давайте поговорим о пленных. Вот какая информация у вас, по крайней мере, доносится? Какое количество украинских военных находится сейчас в плену? Ну, я не владею такой информацией, как в цифрах, но постоянно происходят какие-то обмены, постоянно. То есть у нас есть группа, которая занимается непосредственно пленными, то есть в Фонде обороны Украины. Вот, ну, может быть, они детально могли бы рассказать ситуацию, но постоянно идет работа, чтобы наших ребят вернуть домой. Ну вот на сегодняшний день обмен пленными стал легче или наоборот усложнился? Вы знаете, там нет стабильной ситуации. Там все время все меняется. То есть вот последний как раз должен был обмен пленными произойти в тот период, когда в Маринке начались вот эти вот жесткие события. Ну, долго там не могли договориться, но в итоге все, насколько мне известно, произошло благополучно. И ребята оказались дома. На ваш взгляд, есть ли с той стороны ЛНР и ДНР представители, с которыми можно вот спокойно сесть за стол и хотя бы на каких-то базовых вещах, о каких-то базовых вещах договориться? Или же все-таки это все ситуативно? Вы знаете, я считаю, что там есть нормальные люди, просто, возможно, им немножко информативно, то есть зомбированные. Они не видят реальной ситуации, они, может быть, запутались в ситуации и... Там находятся наши люди, это территория нашей страны, нашей родины. Я считаю, мы должны немножко с пониманием к ним отнестись и как-то попробовать их перевоспитать. Вот, наверное, так. Под Маринкой сейчас много чеченцев? Что-нибудь слышали? Нет, трудно вам ответить на этот вопрос. Почему? Ну, так.
ну хорошо, скажем так, представителей Российской Федерации, то есть людей, которые, ну, четко мы понимаем, что это не граждане Украины. Мы как волонтеры в прямых столкновениях не участвуем, поэтому на этот вопрос я вам ответить не могу. А то, что присутствует оружие российское, присутствует, ну, то есть амуниция и все остальное, это факт. То есть это видели даже мы. Вот так вот, то есть видели эти БТРы российские, которые наши ребята доблестно у них отбивают и так далее и тому подобное. То есть трофейные автоматы, которые не стоят у нас на вооружении и все остальное. Если говорить, взять, посмотреть на украинскую армию год назад и сейчас на наших военнослужащих, что вот изменилось в лучшую сторону? Ну, в лучшую сторону изменилась ситуация по обмундированию. То есть ребята, ну, худо-бедно, но одеты. Вот, ситуация с обеспечением с водой. То есть Министерство обороны на сегодняшний день, там вот эти 1,5 литра, которых, я думаю, все слышали, обеспечивают. Зачастую уже по месту там возникают вопросы, что от базы не могут доставить там, до какой-то передовой точки, там нет транспорта, еще какие-то сложности, но это все решаемо. Ну, ситуация изменилась в лучшую сторону. Но хотелось бы, чтобы значительно больше это изменение было. Ну, к сожалению, на сегодняшний день не хватает всего того, о чем я говорил. То есть медикаменты, ребята слепые, приборы ночного видения и так далее и тому подобное. Губернатор Луганской области Геннадий Москаль как-то в одном из интервью месяца полтора назад сказал о том, что украинские военные очень много употребляют спиртных напитков. Вот откуда попадает спиртное туда и насколько вот та информация, которая была озвучена Москалем, соответствует действительности? Ну, вы знаете, есть такая проблема на передовых позициях, особенно у многих ребят. Просто психика, наверное, не выдерживает и пытаются лечиться, ну, самым доступным образом. Через нас, через волонтеров пытались, конечно, там в домашних посылках, то есть когда именно ребятам передают посылки, передать спиртное, но мы это строго пресекаем, потому что есть такая даже поговорка там на передовой, кто пьяный, то 200-й. То есть выпивший человек — это, ну, потенциальный труп и может еще погубить своих товарищей. Поэтому с этой проблемой борются, она не настолько прям уж массово, но она присутствует. Она присутствует. Один из примеров. Как-то местный житель принес на блокпост банку с медом, которая взорвалась. Вот такие подобные случаи сейчас происходят и как часто? Ну, даже не знаю, что вам сказать. Нет, такие случаи, вот, кроме этого, такого, как бы, известного случая, неизвестны. Но обычно мирное население к ребятам относится наоборот, пытаются принести что-нибудь там вкусненькое, чем-то поддержать, то есть помочь там. То есть мирное население в основном идет навстречу. Но есть те же корректировщики, которые звонят по телефону и сдают информацию касательно позиции и всего остального, поэтому происходит, к сожалению, да, подобные случаи. Что говорят украинские военные? Там вот обозначено определенное финансовое вознаграждение за ту или иную подбитую боевую единицу. Вот это выплачивается или это все так, пустой звук? На примере одном я знаю точно, что выплачивается, потому что мы были в Мариуполе у наших ребят-пограничников и видели БТР, который был, нам даже показывали фотографии, они есть у меня на страничке в соцсети, когда на нем было написано, я уже не помню, какое подразделение, там или оплот, или, то есть это был БТР российского производства, на котором перемещались сепаратисты. Вот ребята эту технику забрали, и на сегодняшний день она несет службу вот так вот в нашем подразделении. И помогает украинским военным. Конечно. И ребятам действительно выплатили вознаграждение. Я не помню порядок цифр, то есть, чтобы не соврать. Ну, это не принципиально. Да, ну, такой случай вот, я реально знаю. У вас есть возможность обратиться ко всем нашим телезрителям, людям с большим и добрым сердцем. Днепропетровск — это своеобразный форпост. Поэтому чем вам надо помогать? Дорогие днепропетровчане, хочу вас попросить об одном, чтобы вы занимали активную гражданскую позицию, и этим вы нам очень сильно поможете. То есть, если каждому человеку будет не безразлична судьба нашей Родины, судьба нашего города, ну и в частности, ихняя судьба, потому что мы и есть государство, вы нам этим очень сильно поможете, и я думаю, у нас все будет хорошо. Ну и для того, чтобы прийти и помочь, куда надо бежать, куда стучаться? Ну, я представляю на сегодняшнюю организацию Фонд обороны Украины, то есть наши координаты есть везде, во всех средствах массовой информации, по городу, то есть горячая линия, горячий щитов, то есть, ну, можно помогать нам. Дякую, що допомагайте волонтерам. Отак. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. І взагалі дякую за ту добру справу, яку ви робите. Ну а нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9 каналу був волонтер Фонду оборони країни Віктор Стешенко.